счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнул. Есть! Ах, ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мёрз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Всё на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Всё мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Браво! Спасибо! Это успех! Сколько лет вы работаете на концертной эстраде? На концертной эстраде, могу сказать, не так много. Лет, может быть, 5, да. Понятно. А зачем вы спрашиваете, Александр Борисович? В какой филармонии служите? Я являюсь солистом Московского театра «Новая опера». Так. Понятно. А зачем вы сюда пришли? Вот объясните. Я с детства любил песню и пришел в оперу благодаря песне. И я пришел на этот проект утвердиться самому себе, что я могу петь песни. Можете, конечно. И последний вопрос. Вы мне скажите, у вас какие еще песни есть в репертуаре? Песни достаточно... Помимо Гремина, там, наверное, да? Сразу программу до декабря, да, забить? Нет, просто, мне просто интересно, что-нибудь на английском языке вы поете, Синатру, например, бывало такое? And now the hand is near. Понятно все. Если бы вы это спели, тогда два товарища сбоку тоже нажали бы кнопку. Мы поработаем на эту тему в следующем... Так сказать, камень в огород эстрадников сейчас нет, наполовину просто, брошен. Просто когда у человека есть такой тембр и такой голос, он может петь вообще все, что угодно. Спасибо большое. Спасибо!